Привет, привет всем, дорогие подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать о способах заработка с компанией Faberlic. То, что я всегда говорю во всех видео, новый сетевой. И сразу хочу сказать, что эти все способы, которые я вам сегодня расскажу, ими можно работать по отдельности, можно совмещать два способа, можно совмещать три. Вот, допустим, я лично совмещаю все сразу виды. Итак, о чем я это имею в виду? Что вот вы, допустим, вот только зарегистрировались в компании Faberlic, получили доступ к ценам склада и хотите попробовать зарабатывать дополнительные деньги. Опять же, что я хочу, на чем заострить внимание, что таким вот образом работает наш проект. Если у вас уже есть личный кабинет, лично я вам, как говорится, ничем помочь не могу. Обращайтесь к своему наставнику, обращайтесь к своему директору, и пусть они вас подключают к обучению. Если же вы вне проекта, то есть у вас нет никакого проекта, тогда пользуйтесь тем, что есть в открытом доступе. Итак, варианты дохода – это быстрые деньги, это доход от структуры или команды, которая есть у тебя, и пункт выдачи продукции Faberlic. Быстрые деньги – это по-другому заработок от продаж. Но сразу хочу обратить ваше внимание, что никто не ходит ни с какими сумками, ни по организациям, не носит никакие сумки там на работу, знакомым и так далее. Все это ведется в телефоне. То есть не обязательно иметь компьютер. Все всегда с вами, ваш маленький магазин, ваш маленький бизнес всегда с вами. Мы, опять же повторюсь, этому обучаем на марафонах. Мы учим вас вести клиентский чат в любом удобном мессенджере или соцсетях, будь то Viber, WhatsApp, Telegram, Одноклассники, ВК, то есть где вам удобнее, там вы и будете его вести. Понятное дело, что идет выручка от продажи по ценам каталога. То есть, если вы будете отдавать все по своим ценам, никакого заработка у вас не будет. И плюс вы сами для себя экономите на покупках от 20 до 70%. То есть, где-то какие-то распродажи, где-то какие-то индивидуальные акции. И выходит, что вырученные деньги вы можете ложить себе или класть в кошелек. Вы можете на эти деньги покупать то, что и так купили бы, то есть экономить на покупках, или же вы можете на эти лишние деньги покупать что-то где-то на распродажах и снова зарабатывать на розницах. Опять же повторюсь, это все примерные суммы. Но сразу хочу сказать, они не взяты с головы, то есть их никто не придумал. Это просто есть реально такие заработки у девчонок. Все зависит здесь от вас. То есть есть вот девчонки, которые буквально за 2-3 месяца имеют уже чистыми 500 белорусских рублей. Дальше доход от структуры. Это работа в интернете, в социальных сетях, в мессенджерах, опять же, по готовой схеме, по системе, которая есть у нас в проекте. Это работа и автоворонкой, и входящими заявками. Кто был уже где-то в сетевой компании, может быть в курсе, кто от этого далек, может в курсе быть. Не пугайтесь, опять же повторюсь, этому всему мы обучаем. Вы сами выбираете тот метод рекрутинга, который вам удобнее, который вам приятнее, ту социальную сеть, которая вам больше нравится, и работаете. И за это вы получаете бонусы от компании, процент от товарооборота вашей всей структуры или команды. Дальше все выплаты
идут на карту от определенного процента. Почему я сразу заостряю внимание от определенного процента? Потому что так как вы сами будете покупать, вам, в принципе, до определенного процента эти деньги выводить не нужно, потому что так вы меньше будете платить за заказы. И вот уже реальные доходы директоров от 1200 до 9600 белорусских рублей на карту. Это тоже реальные доходы, тоже такие есть доходы у нас в Беларуси, это все легально. И опять же повторюсь, что здесь вы можете совмещать два вида, то есть вы можете работать и с клиентским чатом, и можете работать в интернете. И третий вид дохода – это пункт выдачи продукции Faberlic. Так как работаю я, здесь у вас, кроме дохода от структуры и клиентского чата, здесь вы вживую общаетесь с покупателями, с клиентами, проводите мастер-классы. Вот, допустим, я снимаю здесь видео, знакомлю своих покупателей, своих клиентов с новинками, с акциями. Презентация всегда идет продукции, бизнеса, выдача заказов. И в зависимости от суммы заказов идет определенный процент товарооборота. Вот, допустим, в моем случае это вторая категория, 4,5% от товарооборота я зарабатываю. То есть это где-то 800 рублей, ну и более. Зависит, конечно, от вас. И плюс, конечно, здесь доход от структуры. Но опять же, я заостряю ваше внимание, что можно совмещать и три вида дохода. Так. Вот первый вид дохода – быстрые деньги. То, что я уже говорила. Буквально за первую неделю дохода, дохода обучения, девчонки уже в чатах сразу делятся своими успехами, своими скидками, что они получают уже чистые деньги сразу за выручку. Вот хвастается, что у кого-то уже 200 баллов, заработала на рознице 157 рублей, у кого-то 124 балла, доход чуть больше 100 рублей. Вот, у кого-то доход с бьюти-чата 160 рублей, и за товарооборот по итогу каталога и компании еще вот начислила 36 рублей. И это все обычные девчонки, у них разные образования, они живут в разных городах и селах, это разные страны, то есть мы работаем и Беларусь, и Россия, и Казахстан, и так далее, то есть в зависимости от того, откуда пришли именно наши партнеры. И все, конечно, как я уже сказала, зависит от вас. Вот примерный доход от продаж. То есть после того, как вы активируете себе личный кабинет, у вас становится автоматическая скидка 20%. Если же вы делаете товарооборот в каталоге 50 и более баллов, но у нас все акции идут по итогу каталога, то есть, вот, допустим, сейчас у нас действует пятый каталог, в этом каталоге вы сделали 50 баллов, значит, в следующем каталоге у вас уже будет скидка не 20%, а 26%. То есть вы уже будете больше денег иметь от продаж. Если же вы за каталог, опять же, пятый, сделали 100 личных баллов, то у вас, кроме скидки от компании на весь ассортимент 26%, еще начислится по итогу каталога где-то примерно 5 рублей скидки. И вот примерные суммы в ценах каталога и выгода. То есть вот, допустим, если цена каталога у вас 29 рублей, то со скидкой 20% к оплате будет меньше 24. То есть выгода почти 6 рублей, со скидкой 26%, это выгода будет больше 7 рублей. Если в белорусских рублях это 50 рублей, то со скидкой 20% вы зарабатываете 10 рублей, со скидкой 26% вы зарабатываете 13 рублей и так далее. Думаю, вы видите, на 100 рублей все удваивается, на 120 рублей 24 выгода от скидки 20%, 26
точнее 31 рубль с выгодой, со скидкой 26%, 150 рублей, уже 30 рублей вы заработали, со скидкой 26% 39, и если же продажа по каталогу на 200 рублей, выгода 40 рублей со скидкой 20% и 52 рубля со скидкой 26%, и так далее, и тому подобное. Количество заказов не ограничено. Второй вариант идет доход от создания структуры, так как работаю я и все мои партнеры. Значит, средний доход до директора в месяц от структуры. Итак, консультант, это считается 3% по маркетинг-плану, групповой объем 100 баллов, личный всегда обязательно 50, то есть даже если ты директор, личный объем покупок должен быть всегда 50, чтобы получать доход от своей структуры. Тогда выплата на структуру где-то в пределах 6 рублей. Старший консультант 6%, опять же, всегда 50 личных баллов, выплата на структуру 24 рубля. Лидер это 9%, выплата на структуру 108 рублей, старший лидер 12%, выплата 240 рублей, вице-директор 15%, выплата 450 рублей, и старший вице-директор 19%, 760 рублей, и у директора это 23%, выплата на структуру 1380 рублей. И опять же повторюсь, что вы, кроме вот этого дохода, можете совмещать и клиентский чат. А это средний доход директора в месяц от структуры и выше. То есть мы на предыдущем слайде рассмотрели до директора, а здесь от директора и выше. Директор в среднем зарабатывает где-то 640 рублей, рублей, говорю, долларов. В России это 41 400, Беларусь 1100, Украина, Казахстан указано. Старший директор это уже 1640 белорусских рублей, серебряный 2180, золотой 3280, смотрим в данном случае на Беларусь, рубиновый 4370, бриллиантовый 6560, элитный 9060, национальный директор 16400, старший национальный 19940. Опять же, повторюсь, не пугайтесь этих сумм. Есть такие звания в Беларуси на данный момент. Самое высокое звание – это национальный директор. Но не забываем, что компания Faberlic работает в 42 странах. И кроме вот этих доходов, есть еще у нас квалификационные бонусы. Что это такое? Это единовременная выплата, то есть премия за достижение впервые какого-то звания. Вот, допустим, когда вы достигли звания директор, кроме дохода директора, вы еще получаете от компании премию в сумме 1850 белорусских рублей. За старшего директора 2750, за серебряного 3700, за золотого 5600, за рубинового директора 7500, за бриллиантового 11200, за элитного 17000, за национального 3400, за старшего национального 42700. Вот, допустим, в данный момент я нахожусь в звании серебряного директора, то есть я от компании получила 3 премии. Уже они у меня есть, точнее их уже нет, они уже давно потрачены. И это доходы, опять же повторюсь, доходы от каталога с каталог меняется. В основном это постоянно растущий доход. Здесь специально привожу пример, что зарабатываю не только я, есть у нас много директоров, много лидеров, которые зарабатывают, и у каждого свой доход в зависимости от звания, в зависимости от опыта, в зависимости от того, кто как работает. Я думаю, вы видите и мой доход, и семейный контракт Андрея и Жанны Филимонов. То есть у нас можно заключать и семейные контракты, муж-жена, мама-дочь. Вот есть на семейные контракты бабушка-внучка и так далее. Значит, вот Оксана Богданович, бриллиантовый директор, вот ее доход 8504. Дальше вы видите выплаты старшего директора с одной стороны и со второй.
Также третий вариант дохода, который я в самом начале говорила, это от пункта выдачи. Я уже говорила, что у меня вторая категория, это 4,5% от товарооборота. Понятное дело, товарооборот постоянно меняется, но все зависит от тебя. Зависит от того, где находится пункт выдачи, сколько у тебя консультантов, как ты работаешь и многое-многое другое. Есть у меня отдельно видео, как развить свой пункт выдачи. Это совершенно, как говорится, другая тема. Но здесь, опять же, идет дополнительный доход, и это тоже твой доход, вариант дохода, и, опять же, легальный. Но лично для меня, в чем огромнейший плюс – как я уже сказала, я совмещаю три вида дохода, но у меня свободный график. Пункт выдачи у меня, к примеру, работает 3 дня в неделю с часу до 6. Я сама себе выбираю такой график. Для меня это удобно. И мы сами устанавливаем график, то есть никто нам не скажет, что такого нельзя. Есть пункты выдачи, которые работают по 3 часа в неделю, допустим, или же по 2 дня, по 3, по 4 часа. И все зависит от тебя. Я вам уже показала примеры, что суммы у нас здесь не ограничены, компания платит всем, просто все зависит от тебя, как ты работаешь. Огромный плюс в данный момент, я считаю, что это попасть в нужный проект, где все есть, где всему тебя научат, где у тебя есть наставник, к которому всегда можно обратиться, к которому не стесняешься задать даже самый глупый вопрос. Он всегда тебе подскажет, поможет. В проекте есть обучение, которое проходит постоянно, обучающие марафоны, а твоя задача просто брать и делать. Так что, если вы хотите себя попробовать в новом сетевом, просто регистрируйтесь или же заполняйте анкетку под этим видео, или пишите мне в любой соцсети, или же пишите там Viber, WhatsApp, Telegram, опять же, выбирайте сами, говорите, что хочу попробовать, хочу работать, опять же, вы сами выбираете себе вариант дохода, можно совмещать, пробовать сразу 3, но я уже говорила в самом начале, и сейчас повторюсь, что если у вас в данный момент есть личный номер, лично я вам ничем помочь не могу, потому что вы уже зарегистрированы в компании Faberlic, и обращайтесь к своему вышестоящему наставнику. В случае вопросов пишите, не стесняйтесь. С вами была Ольга Карпович. Всем до новых встреч!